Всем здорово. Сколько я не был в этой игре, да. Она даже отказывается захватываться, короче, эта игра. Пришлось в окне теперь придется играть. Ну, это небольшая проблема. Так. Так, у нас задание это. Вот так, подожди. Мой нормально. Вроде как у меня идет игра. Лагает, как должно быть. Так. Сука, я просто не могу с этих заданий. Ой, мне же еще нужно выполнить необязательное задание. Потому что задания сейчас недоступны. Вот это вообще кончено. 2 из 6 уровней пройдено. Г1. Гонки. Ой, сутенерское дело еще какое-то. 5. Ой, я там. Во, я красным не прошел, что-то погнали. Слово торгат, кому арбалет. Ой, простите. Писюна попа. Так. Еще нужно проверить. Оп. Ну да, лагает. Это. Записи. Записи, в принципе, то же самое. Лагает как надо. Реально, эта игра вообще же не оптимизирована. Обожаю. Пустите меня. Я сеньор со стажем. 36-летний. Типа тут тоже можно покупать нихера. Ой, великая игра, великая. Жесть. Просто жесть не будет. Ну чё? Шесть. Мне кажется, мне пока кажется, что игра почему-то будет... Я не буду бомбить эту игру, это... Возможно, это и правда, конечно. Возможно, конечно, нет. Мне надо еще GTA 3 пройти. Да пройти, я не знаю, сколько мне там еще осталось. Но там тоже начинаются бомбежные миссии. Это вообще жесть. Опа. Еще ж время есть. Сука. Извиняюсь. Ой. Ну сразу бежите. Полегче. Можно просто снять решил, а чего вы сразу бомбите, пацаны? Здесь же псов уже больше нет, я их всех убил. Еще, блин, это вообще жесть, еще ж дохера. Реально дохера. Еще же, блин. Пошел ты. Почему мне тачка помощнее будет, а? Я еще подрезать хотел, а сам не летел в задницу какую-то. Просто арбалет. Пожалуйста. Сука. Сука, ты пидор. Ты что, за них, что ли? Не дай даже высадить шлюху. Дайте мне высадить, гребаный. Надо, чтобы они не сдохли еще. Это еще отнимутся. Here,
Сука. Сейчас, наверное, там еще украдут какую-то шлюху. 200% даю. Не, не. Ну и ладно. Не, ну, ну не угадал я, ну и что? Полегче, парни, я ничего не хочу сделать. Я точно не хочу украсть ваших штук, пацаны. Точно не хочу это сделать. Я вот буду геем, если я хочу украсть. О, одна всего лишь осталась. Машинку, пожалуйста. Тут две всего. Ничего. Сука. Не трогайте меня, пожалуйста. Что-то бегу. Да ладно. Оп! Святые красавчики. Спасибо за подгончик. Сука. Не, не подработал. Ну, пидоры. Ой, сука. Вы все заруинили взяли. Я же был только один. Давай сюда. Тихо, быстро, быстро. Get down. У меня больше дробовик, у меня будет мощно вообще. Давай. Ладно, не заруинили. Но приедет, окей. Сука, нифига она заносит. Я могу, в принципе, и своего сдать. Свою эту. Я, в принципе, нормально. Ничего против не имею. Просто мой флоу. Заразился немного этим домом. Сука, пошли, пошли. Сори. За нами, за нами. Да, я так и думаю, я так и мать ее и думаю. Кто там пытается украсть мою ровку, попочку? Сука, я вообще не возможно не ехать. Ты что пытаешься сделать? Ну ладно, у них получилось, видимо. Не знаю почему, но ладно. Или как? А, нет. Офигенно они его пытались украсть. Сука, осталось всего чуть-чуть. Время, 2 минутки. Можно еще тачку зарут. Это просто тут флоу дорогатка, мой арбалет, я не могу. Сука, пожалуйста, минута осталась. Я забыл, что тут время еще есть. Это вообще жесть. Ну, сука, я нет. Просто. Ну, шлюхенцу. Просто садитесь нахер. Все, мне похер, я поехал. Я поехал. Сука, я просто не могу поехать. Я просто не могу ехать. Все, это конец. Это провал. Это провал. Надо не. Жестко, что могу сказать, жестко. Мне уже хочется выйти. Ладно, окей. Буду знать, что нельзя ехать в аэропорт нахер. В аэропорт или в сраку. Не надо беречь эту тачку. Так, окей. А, я забыл. Это тут же. Я думал почему-то, что это GTA 3.
подвида. Ой, меня вот это бесит, что он особо мощный, понял. Шлюхи, пожалуйста. Отлично, молодец. Я возьму эту жену потом. Так. Да. Опа! Ой, развел, ой, как просто как ребеночек. Опа, давай, давай, оп. Я вот, да, я вот. Пошел. Что ты хочешь? В смысле? Сдох. О, хер ты не дохнешь. Ой, сука, давай поговорим. Давай. Давай. Увидимся с тобой потом. Здесь там будет три, и все, быстро пройдем. Потому что не знаю, у кого-то. Да. Тоже какая серия будет, я не знаю. Я же не знаю, да, что у меня серия идет. Это жесть. Это просто жесть. Конечно, я мог взять Fallout New Vegas, но это не настолько интересная игра. Что так делать? И что? Какого хера он вышел? А! Он выходит сам! Не то. Что за говно? Где четырехдверная? Нужно, короче, четырехдверная. Во! Так, пожалуйста. А, ну он... Блин, наш не управляемый. Ладно. Быстрее, прошу тебя. Сука, не тупи. Ты же шлюха должна быть у меня. Отлично, поехали. Нет, пожалуйста, нет, я тебя прошу. Спасайте меня. Братаны, прошу. Спасайте. Нет! Они догоняют. Какого хера я врезался? Здесь, наверное, еще не последний. Это пятый. Сука, остановился. Ай-яй-яй. Все против меня. А, так это все походу. Что-то восполнение здоровья фикс 3. Так, подводка выполнена. Поздравляю, вы прошли последний уровень подработки на этой местности. Начав эту подругу заново, вы можете... Я все, наверное, все прошел с Сеньорской или нет? Еще что-то еще появилось. Открылась миссия. Крепость, вернее. Тут потом еще крепость. О май гад. Сука, я просто не могу создать. И вот еще креп. Миссия. Ну, сколько сейчас? Только 14. Давайте крепость захватим. Только 14 минут. Я думал, может уже много прохожу. О! Купим. Давай. Будем не движется. Просто не. Тут, блин, эту игру надо пройти еще не на 100%, чтобы пройти до конца, я не понимаю. Реально жесть какая-то. Так, дайте мне нормальную тачку. Да, не сладкий. Азиат.
Opa. Блин. Как может попасть? О, вот эта тачка неплохо, кстати, управляется. С ними есть другие. Сори, сори. Пока. Сепсу. Мэн, I'm so sick. Asshole. Опа. Вот это неплохо. Подрез можно так смачно. Мне нравится вот это вот изыскное. Еще можно нормально подрезать. Крепость. Ну чё. Блин, опасно прыгать сюда. Он очень неустойчив к падениям. Где оно? Где оно? Наверху получается. Нигде. Сука. Начались проблемки. О, хера. Я сейчас сдохну. Чего, какого хера? Где это говно? Опа. Ладно, что за хуйня? За 3x авторитета, а? Ну и где? Да я понял, я понял. Где миссия? Давай-ка, хопа. Погнали. Гробовозку стоять. Ни хера себе. Во, попался. Какой бегун, а? Нехило, догнал. А потом GTA, Сандр, вы знаете. Есть такая штучка, нажимаешь, быстро он бежит точно. С того восполнения здоровья X3. Если резиденты кусков, у меня вообще все нормально. Ехали как ехали, даже никуда не будем. Опа. Чья-то мама? С чьей-то мамой едем? Бывает. Как говорится, земля по тебе пухом там сидела. Опа! Ты, братишка, конечно, и дурачок. Мамочек пришел. О, нихера себе! Он уже считается. Вот это... А? Какая детализация. За это, конечно, лайк. Но за все остальное дизлайк, как говорится. Это жесть. Неплохо, конечно. Упс! Это нормально. Телочку со всех сторон снял телочку. Разграбовский. Угу. Погнали. Снимай. Да, вроде.
И есть пирамида? Да, корпорация и построила огромную... Ага. Да, я куда они не смогли сделать хрень свою. Приятно, так и есть. Все, скоро разобраться. Почему Ултормен? Это не важно. Наш план Пирс и Шоумзи. Я хочу, чтобы вы вышли на улицу и уничтожили любую лавочку, имеющую и ожидающую сюрприз. А ты, гад, найди эту гребаную пирамиду и раскидай ее по кирпичику. Там будем взрывать. Ладно, он поможет уступить на улице, но здесь нужно... Я хочу терять своих людей. Мы поняли, что не хочет терять своих людей. Все. Это самое главное. Как он заботливый всегда. Да, окей, оп. Уже 2x. Эх. Авторитет, он так быстро тратится. Да не жесть. Графики вот нормально поднимают его. Sorry, baby. Величество. Нихера себе. Это закон, я думаю. Это кого? Минус черик. Чё-то... Уходи, пацаны, ладно. Просто... Я понял. Я больше так не буду. Все, пацаны. Я, конечно, понимаю, что бортовики. Ладно. Стой, чел. Террасия. Ух, а что я прокачал уже здоровье. Вообще. Если... Чувак, ты... Чувак, извини, конечно. А. Ну, давай. Он сел. Я подумал, что он сядет. Почему? Пирамиды. Кстати. Бинарные опционы. Ой. Так, окей. Бог полетел. Побочка. Слишком эротично. Сука. Не упасть. Так что ли? О. Я не думал, он не все так сложно. Чувак, ты чё, когда я тебя бросаю?
Да ладно, понятно, похер, ничего, чё. Просто иди ты в дупу. Печально, что мы... Ого. Я чуть-чуть карту. Еще одну зону. Тебя-то бросать нельзя. У меня ваш работник. Ладно, пошел ты сейчас. Живи. Слишком долго тебя тащить. Здравствуй, леди. Пошел-ка ты, чувак. О, все, запрещенный зон. Я уже не запрещенный зон, так что... Не надо тут. Ага. О, нормально. Мне всем пофиг даже. Что делать без оружия? Давай. Говно. Опа. Изи. О. О, вот я нашел. Извиняю. Прости, любя, он не знает. Yo, let's back up and hit him again. Да, я пешком брал, конечно. Какие базы? О! Вовремя. Чувак, давай, давай. Почему я не могу просто взять, потом выехать и взорвать? У них это конченая бомба. Конченая штука. Дэн, пока ты проект не просто счастливых результатов команда обеспокоена. Я не понимаю. Все стали совершенно... В этом есть свой смысл. Когда мы выделяли средства на ситуацию форс-мажора, мы не имели в виду, что это будет... Да, проблема. Как мы им делали жестоким преступникам, они выиграли это удивительно, что их поступки жестоки. Пирамиды не могли существовать вечно, лучше покончить с этим сейчас же, пока мы не найдем позиции. Жертвы. Да избавься от проблемы. Могут бы... Может быть, я выгляжу тупым, но позволь мне пояснить еще разок. Нет никакой проблемы. Мы сыты по горло с датами вашего самого. Прикончится ты, или страх будет последним, что ты видишь.
Это все. Позаботься об этом, Дэйн. Конечно. Где-то хуй. Неплохо. Чё, 30 минут. Ну, всем пока, с вами был Руко, увидимся в следующей серии.